У собак, как и у людей, бывают дурные привычки. Львиная доля из нежелательного поведения сформировалась благодаря неправильному воспитанию хозяевами. С большинством дурных привычек можно справиться самостоятельно, если приложить некоторые усилия. Но если вредные привычки вашей собаки настолько укоренились, что вы никак не можете отучить от них собаку, рекомендуем обращаться к профессиональному инструктору по дрессировке. В нашем новом топ-5 мы рассмотрим самые распространенные дурные привычки у собак и способы борьбы с ними. Открывает наш топ первая привычка. Собака прыгает при встрече. Радуясь встрече с хозяином, собака может ставить на него лапы, пытаясь подпрыгнуть, чтобы лизнуть или даже запрыгнуть на руки. Если вы встречаетесь после разлуки, такие эмоциональные проявления любви вызывают только улыбку. Но если это происходит каждый день, вряд ли вам будет радостно. Отучить взрослую собаку прыгать на вас можно, поворачиваясь к собаке, которая бежит к вам боком. Собака все равно будет искать зрительный контакт и стараться запрыгнуть спереди. После нескольких неудачных попыток, скорее всего, откажется от своих намерений. Как только собака успокоится, погладьте ее, успокойте и похвалите. Следующая популярная вредная привычка – собака грызет обувь. Некоторые собаки обожают грызть обувь своих хозяев. Причин такого поведения может быть несколько. Скука, отсутствие режима, недостаточная нагрузка, стресс, недостаток витаминов. Не стоит ругать питомца, обнаружив, что он погрыз ваши ботинки. Тем более, это совершенно бессмысленно. Постарайтесь найти причину, которая побудила питомца портить ваши вещи, и устраните ее. Но наказывать питомца стоит только в том случае, если вы застали его непосредственно в процессе поедания обуви. Отдайте команду «нельзя» или «на место» собаке строгим, внятным голосом. Если собака будет подходить к вам ласкаться, игнорируйте ее, повторяя команду. Тройку популярных вредных привычек открывает постоянный лай. Постоянно лающая собака доставляет большой дискомфорт не только своим хозяевам, но и соседям. Причин, по которой собака издает только шумы, несколько. Защита территории, приветствие и стресс. Многие собаки лают, оставаясь в одиночестве, поскольку, будучи животными стайными, они в этом случае чувствуют себя одинокими и покинутыми. Если вы слышите одинокий вой своего пса, вам следует научить его успокаиваться и понимать, что вы обязательно вернетесь. Для этого встаньте за входной дверью и подождите, пока ваша собака не начнет лаять. Затем немедленно войдите, отругайте ее и прикажите ей лечь. После этого снова закройте за собой дверь и повторите процедуру, сразу же возвращаясь обратно, когда раздается лай. Вторая по популярности привычка – попрошайничество. Каждый хозяин хотя бы раз в жизни попадался под очарование своего питомца во время попрошайничества. Кажется, только бессердечный человек может устоять перед голодными и полными надежд вопрошающими глазками. Но поймите, угощая собаку со стола, вы только закрепите привычку выпрашивать лакомство. Для корректировки поведения игнорируйте любые попытки выпросить кусочек вашей еды. Не переживайте, собака не перестанет вас любить меньше, но станет более воспитанным питомцем. И самая популярная вредная привычка – собака подбирает мусор с земли. Самая вредная и опасная привычка у собак – подбирать что-либо на улице. Здесь и опасность заразиться гельминтами, возможными инфекциями, да и вообще смертельно отравиться. Поэтому нельзя игнорировать такую привычку у питомца, и стоит обязательно заняться корректировкой поведения собаки. Ваш любимец должен хорошо усвоить команду «фу». Ее можно дополнить отдергиванием поводка. Как только собака захочет подобрать что-то на улице, вы произносите команду «фу», тянете на себя поводок и повторяете команду. Исправлять вредные привычки стоит не только для собственного комфорта, но и ради безопасности вашего питомца. Не забудьте посмотреть плейлист по дрессировке собаки на нашем канале. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайк, если видео вам понравилось. Впереди вас ждет много интересного. Увидимся в следующих видео.